Куда это мы едем? Спасовский рыбзавод. Там уже все разошлись, думаю, а транспортер в город никогда не закрывается. Откуда ты все это знаешь? Ты там работал? Ну уж нет, блин. Маша, я умная, я смотрю Галилея. Мама там работала. Ты же говорил, все разошлись. Блять, на разгрузку пришли. Сиди тихо. Если он не X-Men, тогда я не знаю, когда, как он выжил. Не могла от него отмыться вообще никак. Я даже любил этот запах. И она стеснялась, когда шла в лавку или там в школу. Она душилась какими-то дешевыми духами. Я понял. Время охуительных историй. Когда он меня обнимал. А сейчас что с ней? Не знаю. Так. А что это за рыба такая? Алло. Так, тихо. Тихонечко. Нет. Ну зачем? Ну нормально же общались. Ну начало ролика, ну оно мне надо вот это вот. Падла, бесишь меня. Да, кстати, всех приветствую, всем приятного просмотра. Сейчас мы будем, наверное, тут минут 40 проходить эту головоломку, да? Тихонечко. И куда нам? Алло, куда нам? Вот сюда, да? Ты издевайся, я уже... Ну вы видели? Я уже прошел, куда надо. Я реально был добрался. Согласен. Предсказуемо. Я добрался был, я видел, куда надо. Это игра жулик. Ладно, попробуем еще раз. Надеюсь, получится. Так, и главное сейчас тут не упустить момент. И бежим. Все, есть, шикарно. Угу, второй уровень, да? Я насколько понял. Так, надеюсь... Ага, сверху еще есть. Надеюсь, что если мы не пройдем сейчас... Жесть, а тут как... то нас загрузит конкретно на этом месте, а не на каком-то другом. Вы видели, там большая рыба была, там явно не пройти. Так, погоди, нужно выгадать момент.
Так, выждать момент и побежали. Вот это вот, что мне делать? Ага. Я не могу понять, мы в Чернобыле или где? Что за рыбы такие огроменные? Беги, 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 пожалуйста. Я тебя сейчас удалю, игра, серьезно. Мы на первом этаже? Или на втором? Да я никогда не понимал вот такие вот головоломки, вот зачем? Ага, тоже не успеваем. Мы опять не успеваем. Всем там будем. Согласен. Открыться и не поспоришь. Да шо, индика. Закономерный конец. Наконец наступила весна. Ну давай, 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 давай. Я не хочу здесь целый день провести. Так, присядь. Беги, 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 беги. И побежала, побежала. Давай, девочка, давай, давай, давай. Во, молодец, умечка, ты моя хорошая. Неужели? Все, теперь главное здесь доехать спокойно. А включи свет, не? Не хочешь лампочку? Вот реально, если здесь было бы таких три уровня, я бы, наверное, удалил бы эту игру. Ну нет. Ну, ну индика. Что, опять? Ты чё молчишь? Я тебе вопрос задал. Что, опять? Ага, ага, и шо? И шо делать? Просушимся, замерзнем насмерть. А кто видит? Взяла, сняла. Благочинная всю ночь ходит, смотрит. Серьезно? Как у нас, вертухай. Скорее уж, смотрящий. Она и общаком ведает, и койки распределяет. Так, YouTube это просто нарисованные сисюли, так что мне не надо 18+, хорошо? Просто сделай вид, что ничего не было. Индика. Че?
Че ты это задумал, слышь? Танос, а ну сядь на место. Ну, ребята, если у них сейчас будет секаса, то я это вырежу и вы это не увидите. Держу в курсе. Прости, прости, но пахнет твоя рука невыносимо. Надо идти. Ну да, обломалась. Ну и хорошо. Меньше вырезать. Где много слов, там неизбежно грех. Прямо как про мои стримы. Так, давай, прогружайся. Так, так монастырь не твой выбор? Мой. Но когда у выбора есть причина, можно ли это назвать выбором? Выбирает ли ручей, натыкаясь на камень, куда ему свернуть? Ох, нихуя себе. Ну, ты же не ручей. Согласен. У тебя воля есть, свободная. Воля. Выбор. Но разве делая любой выбор, мы не отталкиваемся от предыдущего опыта? Не взвешиваем в голове всевозможные выгоды? А если мы идем против разума, то мы же осознаем, что в этот момент нами овладевает эмоция, страсть. Ты понимаешь, о чем я? Да, ну... Нет, давай говорю одного слова. Воля, она чтобы страсть контролировать, вопреки искушению. Это верно. Но когда ты контролируешь эмоции, это же не бывает беспричинно. Ты можешь объяснить, почему, выстроить логическую цепочку. Вот не будь души, осталась бы только твоя логика сраная. А, блядь, ну а как без души-то? Не научился человек без души. Ой, хватит пиздеть, давай проходи. Спроси его, знает ли он, что такое душа. Все говорят, душа, душа. А хоть кто-нибудь может внятно объяснить, что это? Да. Ну, все говорят, купи слона, душа. Купи слона, ты купи слона. Но она тоже чем-то руководствуется. Если, скажем, вот у тебя душа тянется к Богу, а у меня не тянется. И где ж тут мой выбор? Ну хорошо, если чисто теоретически представим, что есть выбор вообще ничем не обусловленный, то какой же это вообще выбор? Это полная случайность. Подожди, по-твоему, выбор и слово пустое? Ну, лишнее? Может и лишнее. Я не знаю. Я вообще не понимаю, в чем смысл этой истории с выбором, с этой свободой, которую нам даровал Бог. Зачем Богу наша так называемая свобода, если его в конечном счете устраивает только строго определенный выбор? Мог бы просто сделать меня такой, какой бы я ему нравилась. Под ноги смотри. Божечки, какой ты медленный. Все, наконец-то. Налево, направо. Понятно. Блин, падла, опять ты здесь. Газы. У кого-то газы. Однажды я так у Баца сыграл. Как сыграл? Трактир у Ефима Бац. Заведение такое. Концерты давал? Хлопали стоя. Я смотрю, ты еще тут пиздобол, да? Сыграешь что-нибудь? Да как я?
Ладно, пошли. Так, ну если я сейчас эту штуку возьму, то начнутся лаги, а я не хочу. Так что не будем брать. Еб твою, блять, что это за рыбы такие? Откуда они? Алло, игра. Мне кто-то объяснит? Это сом такой? Серьезно? Это Stalker 2 или что это? Неплохой сомик. Так. Ага. О. Нормально. Или мне все-таки на лифту надо было подниматься? Ой, а это что такое? А это кто такие? Не знаю. А раньше таких не было. А дай пройди, пожалуйста. Дай посмотрю, что это такое. Алло. Алло, Танос, отойди. Бонжур. Донде стала библиотека? Ага. Не, так не работает. Кто ты? Ага, понятно. Давай, очередная головоломка. Поехали вниз. Так, еще вверх. Все, шикарно. И чего? Алло, выпусти меня, пожалуйста. Блин, падла. Ладно. А тут, наверное, вниз, да? Или нет, или что делать? Алло, ребят, подскажите, пожалуйста. Что мне тут делать? Слышь, Илюша, ты не хочешь мне помочь, не? А где тут стрёмный мужчина? Стрёмный мужчина, вы не хотите мне побольше? Так, ну допустим. Слышь, помочь не хочешь? Подобрать, начнутся лаги. Ладно, все. Сорая. Я понял, наверное. Или не понял. Мне, короче, нужно лифт вот сюда повыше поднять, да? Или нет? Или да? Или кто? А ты? Теперь как-то сюда забраться. Что происходит? Короче, нужно как-то лифт поднять вот сюда, при этом не попадая туда. То есть поняли, да? Мне нужно будет залезть потом на эту штуку. Как это сделать, я без понятия. В душе не грибу. Честно, в душе не грибу. Так, и здесь нету ничего.
Здесь первый этаж. А можно мне что-нибудь затащить в лифт? Не, нельзя. Ладно, давай сбегаем, посмотрим. Но по-другому там никак, но я не знаю. Отворяй, собака. Я понял, что мне на одном из лифту, на одном из лифте нужно как-то это все сделать. Во, и мне нужно, чтобы один из этих лифтов был внизу. Не хочешь мне помочь, не? Падла, 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 падла. Хорошо. Теперь мне каким-то образом нужно вверх. А может, нужно опустить эту штуку еще ниже, а потом спрыгнуть на нее и подняться? Как думаете? А ну-ка, давай-ка вниз. Тебя тоже вниз. Потом тебя вверх. Сейчас, секунду. Секунду, секунду. Что я хотел? Кто-то потом хотел спрыгнуть сюда, да? Чтобы потом подняться и спуститься. Или что, или как? Блин, я запутался. Так, а если мы спрыгнем? И сюда спрыгнем. Потом спустимся вниз и на самый верх. Теперь на самый верх. Если я правильно все сделал. Во, все, правильно, да. Правильно, правильно, правильно. Не, на лавочке явно сидеть не хочу. Мы так много времени потратили. Давай, беги сюда. Я вот что думаю. По-любому Танос телепортировался. Ничего больше тебе не скажу. Да ладно, ладно. Шучу я. Говори. Хули ты быкуешь, я тебя сейчас скину отсюда. Вот ты про свободу интересовалась. Зачем Богу было создавать тебя свободным? А я чё думаю? Будь я царь, то я не хотел бы жену рабыню. Я бы искал и свободных баб, чтобы могла меня полюбить искренне. Понимаешь? Да, очень хороший пример. А теперь представь, твой царь нашел себе девушку по душе, представил? Ну? И он признается ей в своих чувствах и приглашает прийти к себе во дворец. Ну? А теперь представь, что к своим объяснениям царь добавляет. Если придешь, мол, озолочу тебя, а не придешь, поймаю, повешу на крюк, и буду жарить на медленном огне, но при этом еще требует взаимной симпатии. Ясно, к чему ты клонишь. Так не Господь же жарить будет. Черти, мать их, враги человеческие. Хорошо. Тогда царь говорит, придешь озолочу, а не придешь, мясник Парфен
он тебя поймает, повесит на крюк и будет жарить на медленном огне. Я тебя люблю бесконечно, но вот ничего поделать не могу. Ну подумай, вот даже если царь в силу каких-то непонятных причин действительно ничего не может поделать с этим мясником, ну почему бы ему тогда просто не промолчать и про золото, и про мясника, если он действительно хочет какой-то искренности от девушки? А ты хочешь сказать, что искренней любви к Богу не может быть? Да нет, ну... Перед транспортером надо заскочить в одно место. Какое? Увидишь. Я там спрятал кое-что. Ну ладно. Тут баночка с икрой, да, ребят? Я думаю, где-то лет на 5 бы нам одной такой баночки хватило точно. Не, не угадал. Походу угадал. Давай. На трон села, царь во дворца. Да, мы идем-то. Нам вон туда, на крышу. Царь во дворца. А мне опять надо дергать? Угу, походу, да. Ну? Алло, игра. Пути меня, пути. Ну, пути. Блин, тут единственный вариант — это вниз прыгать. Эта штука не хочет никак взаимодействовать. По этим баночкам и вниз, правильно я понимаю? Вот сюда. Хорошо, давай смотреть. Это что такое? Залезть. Нам как раз вон туда. Ты этим умеешь управлять? Да чего тут управлять? А вон куда? А вон куда? Это куда туда? Не подходит. А какую баночку? Ага, вот вижу. Только я так и не понял, куда надо нам ставить его. Куда нам надо? Алло, Ира, подскажи мне, пожалуйста. Сейчас, ребят, погодите, оно лагает, я понять не могу. А, наверное, по этим банкам. Вот, мне нужно снять вот эти две штуки, да? Да, понял. Походу понял. Надо вот сюда рядышком поставить. Ну, это единственный вариант. Что-то не то, по-моему. Почему не то? Смотри. Оп. Сюда хоп, вот так, опачки, потом делаем вот так вот и понеслась. Хотя, может, я и ошибаюсь. Ага, сюда, да, баночки не хватает. Вот сюда бы баночку, и сюда как раз залезть можно. Но самое печальное то, что оно... То что оно. Слышь, Иннокентий, а вы не хотите ли мне помочь? Не знаю, подать мне свою культяпку. Блин, ну я все правильно сделал. Что я упускаю? Что я упускаю?
Вот сюда как-то надо забраться. Возички ты мой. А можно на тап подсказку? Хорошо, давай заново. Давай заново думать. Ну, выше, ниже оно не поднимается. Эту штуку можно забрать? Нет, нельзя. А может, надо ему подвинуть эту штуку туда, чтобы он смог перепрыгнуть? Ты же сможешь перепрыгнуть или не сможешь? Не? Ладно, давай возьмем баночку. Честно, я без понятия, что я делаю. I don't know. Блин, ну по-другому уж никак. Ну явно ж по-другому никак, правильно? Ну забрал я эту штуку, и что это мне дало? А ровным счетом ничего. Ладно. Мне какой-то... Чего ты там возишься? А что мне делать надо? Скажи мне, пожалуйста, куда мне это двигать, эти бодочки? Куда мне эти бодочки двигать? Грёбаный ты самовар. Куда мне эти баночки двигать? Куда? Вот куда? Вот куда, скажи, пожалуйста. А? А нельзя никак это скипнуть, не? Ну, я, по-моему, все правильно было сделал. Если не ошибаюсь, изначально, по-моему, все правильно было делал. Это точно так надо? А как? Подскажи. Подскажи, я с радостью сделаю так, как надо. Честно. Честно, сделаю так, как надо. Так, попробуем еще раз, если нету, то тогда я не знаю. Блин, мы упали. Но другие банки здесь двигать нельзя. Ну, то есть вот эти только три, которые стоят. Все. Я понимаю, что мне нужно сюда, но каким образом мне туда добраться? Каким образом мне туда нужно добраться? Божечки, она еще лагает. Угу.
Может, сюда одну надо поставить? А каким образом я потом сюда не заберусь? Если я сейчас сюда поставлю, я сюда не заберусь потом. Так, погоди. Да туда и не влезет баночка. Ну, то есть я не достану. Во-первых, не достану, а во-вторых, я не залезу потом сюда. Чисто физически, я так понимаю. Хотя, а ну. Погоди, погоди, погоди. Неужели я придумал? Блин, ну если сработает, будет хорошо. Хотел сказать я, и она опять упала. Давай, 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 давай. Во, молодец. Угу. Все оказалось гораздо проще, да, я так понимаю. Нам точно сюда надо? Увидишь, надо. Четки, надо. Пошли. Нам тут вообще можно находиться? Да нет тут уже никого. Все спать пошли. Угу. Вон, самая правая наша. В прошлый раз ты тоже говорил. Смотри. Ой, как это? А, понятно. Мерцающий свет. Стробоскопический эффект это называется. Как сквозь велосипедное колесо. Да. Ладно. Погоди. Красиво. Мы ради этого сюда лезли. Сейчас покажу. Садись. Она певица. Почему лужа? Просто. А это Сева. Он гитарист. Тишина в лугах, в лесах. Звезды светят в небесах. И дудит им ворожок, тихий месяц пастушок. Он дудит, дудит, играет сладко песню.
Илья, Илья, вставай. Илья. Что ж делать? Что, что? Известно, что. Нет, нет, все будет хорошо. Разумеется. Ну, почти же дошли. Не почти. Ты знаешь, где больница? Да и примут ли его такого? И что мне делать? Помолиться? Yeah.